Я был 2 года назад в Санкт-Петербурге на «Наука будущего», на первой конференции. И вот теперь здесь, в Казани. Есть ли какие-то особенности по проведению подобных форумов у нас в Казани? Я бы не сказал бы. На самом деле очень похож на первый форум. Наверное, некоторые недостатки, которые были на первом форуме, они здесь учтены в лучшую сторону. Ну, допустим, прошлый форум был очень сильно разбросан по городу, по 3 разным университетам. Здесь же удалось все собрать как бы в едино, и все очень в пешей доступности. Знание международного университета? Ну, конечно. Но это один из динамически развивающихся университетов в России. Он и исторически очень известен, и в последнее время он не сдает позиции, но, наверное, входит в десятку лучших в России. И с вашей точки зрения, подобного фестиваля Казанского федерального университета вообще оправдало ваше мнение? Да, скорее да. Ваше, вы знаете, очень на самом деле хорошее впечатление. Я знаю многие научные группы, которые здесь работают и которые вновь созданы, и которые работают уже давно. Они работают на высоком уровне. И с некоторыми из них у меня, возможно, будет сотрудничество. Спасибо вам большое. Спасибо. Успехов.